Между Азербайджаном и Ираном будет построен железнодорожный терминал. Располагаться он будет в иранской провинции Ардебиль. Как передает канал 13 со ссылкой на спутник Азербайджан, об этом сообщил журналистам губернатор провинции Акбар Бекнамджу. Он убежден, что терминал поспособствует увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции провинции Ардебиль в Азербайджан, Россию и страны Центральной Азии. Создание этого терминала и промышленного парка между двумя странами повысит инвестиционные возможности в регионе, сказал он в беседе с журналистами. Напомним, что договор в связи со строительством железнодорожного терминала был подписан 18 января в ходе 14-го заседания Азербайджано-Иранской комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.